Вы будете покупать кучу средств от мошек, которые вредят животным и людям. Брызгать это будет неэффективно, потому что главаря вы не выловите и не убьете. Пока я от мошек не избавилась, у меня этот пылесос лежит на столе. Рядом с мойкой, рядом с готовкой, лежит на столе. Это можно только с этим пылесосом сделать, который без шнура. Не благодарите.